Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Приветствуем всех телезрителей телеканала ОРТ «Планета» и всех тех, кто наблюдает за сегодняшним матчем на портале volley.ru. В городе Оренбург сегодня проходит заключительный тур регулярного чемпионата Российской волейбольной суперлиги. Тур под номером 30, и проходит он здесь. Под громким названием афиши «Нефтяник» принимает новосибирский «Локомотив». Не стал отыгрывать этот мяч, но там в площадку приземлиться он мог. Денис Зимчонок своей левой выкручивает, добивает до пола. 2-3. Пытается догнать соперника «Нефтяник». И здорово первым темпом сейчас Вишняков вколачивает. Не успевают оренбуржцы. При всем при том, что «Нефтяник» очень давно не побеждал у «Локомотива» из города Новосибирск. Но здесь первый темп пропустили оренбуржцы. И еще одна атака. Денис Корягин вновь до пола добивает. Не могут пока накрывать. Подача Бружнюка. И здесь ответный первый темп. Антон Андреев. Количество побед будут уступать и останутся также на 14 месте. Ну и также для «Локомотива». Если все-таки победить сегодняшнего соперника, то можно как минимум 70 баллами разжиться и уже комфортный отрыв. Свободный мяч возвращается к «Нефтянику». Здесь уже атака через Кудряшова, и он попадает в площадку. И снова Александр Ткачев. Первый темп «Нефтяника». Но в любом случае новосибирцы в этом своем составе довольно-таки плотный коллектив. И вот раз за разом вынуждают «Нефтяник» в роли догоняющих выступать. Не успел особо Максим Максименко себя проявить в этом игровом отрезке. Оренбуржцы до пола добивают. Не получилось в предыдущем эпизоде передачи у Дмитрия Драгунова. Всегда рады ее достижениям. Справляются на приеме новосибирцы. Были близки к первому эйсу. Оренбуржцы на подаче Антона Андреева. И еще раз через Кудряшова. Дмитрий коварную скидку отдает на сторону соперника. И все-таки «Локомотив» допускает ошибку. Снимаются с подачи Антона Андреева гости. А в запасе у «Нефтяника» Роман Жось. Свободный вновь. Новосибирцы отдают на сторону «Нефтяника». Денис Зимчонок. Поборются еще новосибирцы. И что там? Очередная ошибка зафиксирована первым судьей. 25-22. «Нефтяник» первую партию забирает. И первый темп. Ткачев. Достойный ответ. Дмитрий Кудряшов будет выполнять подачу. Хорошая получилась под заднюю линию, но Мелкозеров потащил этот мяч. Практически догнали соперника новосибирцы.
Коварная скидка от Макаренко. Свободный сейчас получат оренбуржцы. Красивый пайп. И Дмитрий Кудряшов до пола добивает. 6-4. Скидка от Кудряшова. И довольно-таки зрячая она получилась. Цели своей достигает. И едва не эйс случается, который так просили трибуны спорткомплекса «Олимпийский». Шикарный первый темп. Александр Ткачев может очередную серию выдать сейчас Дмитрий. Хорошая, плотная получилась подача. Через Зимченко пробивает Денис тройной блок. Блокируют атаку. Позиции немного улучшились. С минус 4 до минус 2. Сокращают отставание волейболисты Локомотива. И еще одна атака. Пролетает через тройной блок. Моисеев тут как бы не готовился. Справиться с атакой Корягина не смог. Серию подач у Андреева. И при этой расстановке нефтяник далеко шагал. Но не в этот раз. С первой же попытки новосибирцы снимаются с его подачи. Подбадривает так слегка Дмитрия Кудряшова. Проходит первый темп у нефтяника. Успевает Моисеев тройной блок подстраховать. Зимченок по рукам играет Денис. И ответная атака новосибирцев. На подстраховке здорово Макаренко. Еще раз Зимченок. Неудобно было для него и низко, и далековато под его левую руку. И такая вот курьезная ошибка. Максименко сталкивается с Моисеевым. Денис Зимченок в блок утыкается в очередной раз. 25-20. Вот это тот самый чудо-блок. Сейчас новосибирцев спасает и героически выходит победителями во втором сете волейболиста Локомотива. Сравниваются в матч против нефтяника. Александр Ткачев на подаче. Справляется Мелкозеров с приемом. И первый темп гостей становится результативным. 3-4. Здорово, до пола практически добил Дмитрий Макаренко. Очередной балл в атаке заработал. Сегодня вышел на площадку против нефтяника. Новосибирцы браво до конца борются. Уже безнадежно, казалось бы, улетающий мяч. Ох, как же здорово. Сейчас оренбуржцы все разыграли. Пас одной рукой от Игоря Коваликова. Сразу же включается Драгунов в игру, успевает на подстраховку. В очередной раз Мелкозеров. И что творят теперь уже новосибирцы? Спасают просто невероятный мяч. Еще раз Драгунов сразу же включился в игру. И сразу же несколько полезных действий. И все-таки этот эпизод в пользу нефтяника завершается. Здорово, прямо по линии.
мощная подача Кудряшова. Курьезная ошибка нефтяника. Вала догоняли. Своим плечом Корягин сейчас этот мяч вытаскивает. Разыгрывает оренбуржцы очередную атаку. 23-17. Зимчонок до пола добивает. И завершается третий сет. Завершается он победой нефтяника. 2-1. Оренбуржцы вновь повели в счете. И нас с вами ждет четвертый сет. Еще одна атака, с которой оренбуржцы не справляются в третьем сете. Зрячая скидка от Дмитрия Макаренко. 1-3. Через Кудряшова и Дмитрий здорово проводит атаку, но еще более классная атака получается у новосибирцев. Добивает Корягин. И сквозь двойной блок мяч сейчас просочился. Справляются на приеме оренбуржцы. Максим Максименко сумел переиграть тройной блок. Максим Максименко рад своему достижению. И даже улыбку на лице наставника. Без шансов атака это проходит. И снова Корягин. И таким образом Кузбасс пока выходит на пятую строчку, обойдя питерский «Зенит». Ну, у «Зенита» еще игра в процессе против «Газпром Югры». Там они свой успех могут развить. Пока 1-0. В упорной борьбе первый сет петербуржцы выиграли. Здесь атака такая, что на ногах Денис Зимчонок не смог устоять. Справляются новосибирцы на приеме с его подачи и снимаются с нее. Вновь выходят вперед Максим Зинченко. Отправляет мяч на сторону соперника. Есть подбор у нефтяника. Есть атака через Зимченко. И Денис добивает до пола. 23-22. Выходят вперед в этой качельной битве. Кудряшов на приеме. Здорово. Через Зимченко. И новосибирцы достанут этот мяч. Но отдадут свободный нефтянику. Еще раз через Зимченко. И снова Локомотив тащит этот мяч и снимается с этого розыгрыша. 24-й балл. Достают, снова достают мяч этот волейболист Локомотива. Тройной блок. Максименко спасает теперь уже Макс этот мяч. И снова в игре и те, и другие. Что творится? Ну и такая ошибка курьезная новосибирцев. 24-24. Мы с вами еще посмотрим четвертую партию. Она очень и очень огненная. Еще раз спасение Максименко. Максименко! Вот это да! Вот так Макс на тренировке для программы доигровщиков. Максим заходил. Вот первый эйс Макса. По-моему, первый в карьере.
26-25. И снова Максим Максименко бросился в погоню, но совсем немного не хватило Максу. И все-таки эту партию новосибирцы забирают. Александр Ткачев на подаче. Без особых усилий дважды успешно уже атаку гостей заблокировали. Продолжается розыгрыш. Грамотно отыгрались оренбуржцы, а потом уже Корягин на чистой сетке добивает до пола без каких-либо усилий. Но посмотрим, подача Корягина. Получится ли сняться? Кудряшов. Здорово, Дмитрий. 7-й балл для нефтяника. Гоняет своего соперника. Кудряшов смягчает полет мяча об сетку Зинченко. И его подача, Мелкозеров справляется. И первый темп проходит снова без каких-либо усилий. Павел Борщ. 13-10 в пользу Локомотива. Антон Андреев. Гвоздь номер раз. Вколачивает в паркет. Максименко готовится выполнить подачу. Один эйс у него уже был в исполнении, но очень легко. Локомотив снимается с подачи Максима Максименко. Матч сыгран, 27 побед одержано. А все внимание к нашему матчу. Ну, он завершился пятой партией и поражением нефтяника на тайбрейке. Для вас эту встречу комментировал Виктор Шалимов. До встречи, друзья. Берегите себя и своих близких.